Всем привет! То кушаем, то маски делаем. Да? Как же без них? Сегодня маска для волос, то есть для дочери. Нам нужно 2 чайные ложки сахара без горки. Ну, тут регулируйте. У нее волосы короткие, так что ей большое количество не нужно. 1 чайная ложка кофе. И я возьму другую ложку шампуня. Я шампунь беру самый дешевый, так как я их туда добавляю разные средства. Дополняю, точнее. Теперь хорошо помешаем. Эта маска подходит темным, ну, коричневых тонах, черные волосы, то есть не блондинкам, не крашеным, не естественным, то есть светлый тонам не подходит, только темным. Хорошенько помешаем. Наносим на волосы. Сейчас я ей нанесу. Через 30 минут смываем. Ну, а в качестве, то, что делает кофе и сахар, говорит, наверное, не стоит. Каждый из нас знает, какие полезные свойства содержит в себе кофе. Кофеин, точнее. Как-то так. Все быстро и просто.